Всем привет! В эфире наш «Покажи класс». О, Филя, ты что, заболел? Думаю, да. Насморк, кости ломит, хвост как будто отваливается. В общем, самочувствие не очень. Понятно. Скорее держи таблетку. Нет, 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 я не буду ее пить, даже и не уговаривай. Но почему? Она горькая и противная, в общем, не переживай, само пройдет. Филь, ты что, само по себе ничего не проходит. Если не хочешь пить лекарства, попробуй народные средства. О, Степашка, ну как ты не понимаешь, я не хочу лечиться. Я хочу, чтобы мой организм сам поборол простуду. Для этого нужен сильный иммунитет. А так как ты уже заболел, он у тебя слабый. И что делать? Как его укрепить? Например, правильно питаться. Это как? Не чавкать, что ли? Да нет! Это значит есть полезные продукты. Например, мясо, рыба, творог. Побольше овощей, фруктов и ягод. Кстати, героям нашего ролика очень нравится арбуз. Даже бурундук с удовольствием уплетает арбуз. Но это не удивительно. Он и полезный, и вкусный. Ладно, Степашка, с едой все понятно. А как еще укреплять иммунитет? Еще надо хорошо высыпаться и заниматься спортом. Вот, посмотри. Меня зовут Никита, мне 6 лет. Я сейчас буду по этому турнику пролазить. Спасибо, друг. Мне понравились твои советы. С завтрашнего дня начну укреплять иммунитет. А сегодня придется полечиться. Да, вот и правильно. Начнем тебя лечить прямо сейчас. Ну, а вы, ребята, не скучайте. Снимайте видео о себе и присылайте на конкурс. Адрес внизу экрана. Лучшие ролики мы покажем в эфире, а победители получат призы. А на сегодня у нас все. Смотрите канал «Карусель». Пока-пока. Пока.